11-й день боев в Курской области. Десантно-штурмовые войска ВСУ разместили в своем канале кадры, снятые в первые часы операции в Курской области, начавшейся 6 августа. Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные, говорится в описании к видео. Также кадры первых часов операции в Курской области 16 августа разместила на своей странице в Фейсбуке 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада десантно-штурмовых войск ВСУ. 6 августа войдет в историю российско-украинской войны, подчеркнули украинские военные, отметив, что тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции. ВСУ захватили в плен в Курской области около 2000 россиян, пишет британская газета The Independent. Такие данные британскому изданию озвучил участвовавший в Курской операции полковник ВСУ. Он также рассказал, что в наступлении были задействованы 8000 бойцов из разных бригад. Еще несколько тысяч оставались наготове, в резерве. По словам собеседника газеты The Independent, Курское наступление ВСУ имело целью создать буферную зону для уменьшения количества российских обстрелов территории Украины, а также предотвратить еще одно вторжение российских войск, подобное тому, которое произошло в мае на Харьковщине. Украинские военнослужащие могли уничтожить новую колонну российской военной техники в ходе наступления в Курской области. Об этом 16 августа сообщает Moscow Times. По их информации, первым об ударе ВСУ по колонне, крайне похожим на удар, который украинские бойцы совершили вблизи города Рыльск на прошлой неделе, в ночь с 15 на 16 августа сообщил военкор Платон Маматов. Никаких фото или видео доказательств этого события пока нет. В США сравнивают события в Курской области с провалом блицкрига Путина в начале войны, пишет издание «Политика». Официальные лица в Вашингтоне начали демонстрировать все большую поддержку Украине после успешного продвижения ВСУ в Курской области. В частности, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, на этой неделе встречавшийся с Владимиром Зеленским, заявил, что украинские подразделения действовали так, как действуют войска США. Этому американские инструкторы обучали украинцев, которым до сих пор не удавалось успешно организовать общевойсковую операцию, добавил Блюменталь. Это не просто трюк, это серьезная военная операция, блестяще проведенная, очень смелая и дерзкая по своей концепции. Могу себе представить, что Путин очень зол. Тем временем Кремль и российское военное командование создают сложную, дублирующую и пока неэффективную структуру управления войсками для российской реакции на украинскую операцию в Курской области. Министр обороны России Андрей Белоусов 15 августа объявил о создании Координационного совета по военным вопросам и вопросам безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях. Аналитики Института изучения войны считают, что запоздалое создание сложной российской структуры управления войсками в Курской области подчеркивает, что наступление Украины стало для Кремля неожиданностью и что российские власти по привычке больше озабочены цензурой в СМИ и пропагандой, чем решением своих военных проблем. Тем временем осужденный за критику Путина военный преступник Игорь Гиркин по кличке Стрелков опубликовал комментарий, написанный, как утверждается, в письме из мест заключения. «В отношении ситуации на фронте внимательно слежу. Считаю удар украинцев в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго, главного, в котором они основные задействуют свои остальные резервы и авиацию F-16, вероятнее всего, в крымском направлении».